В Караганде полностью восстановили электроснабжение, заработали светофоры и мобильная связь. Из-за сбоя энергосистемы город 2 часа оставался без света. В некоторых микрорайонах отключалось водоснабжение. В коммунальной компании сообщили, что из-за аварийного отключения временно не работали водопроводные насосные станции. Сейчас их постепенно вводят в работу, плавно увеличивая давление, чтобы избежать гидроудара. Причины технологического нарушения выясняют. Расследование обстоятельств аварии на внешних линиях осуществляет Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики. Вследствие аварии на внешних линиях ВЭЛ-110 кВт сработали защиты на подстанции АРУ-110 кВт Каргандинской ТЭЦ-3 с остановок энергетического оборудования. На текущий момент напряжение подано 11.15. Режим работы станции восстанавливается.